Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео стратегия в борьбе с раком как победить рак и как не заболеть этой страшной болезнью. Рак это группа болезней, которая уже давно вышла на первое место среди всех болезней по массовости и смертности. Лет через 10 разные формы рака опередят сердечно-сосудистые и иные массовые заболевания в несколько раз. Рак все продолжает молодеть. Почему все это происходит? Я говорил в своих нескольких лекциях по онкологии. Список этих лекций я дам для вашего просмотра прямо под этим видео в описании. И еще лучше не допускать рак чем потом его сложно и долго лечить. Когда уже процессы запущены. А не допустить рак шансы есть и немалые. Но для этого нужно приложить труд и убрать многие вредные привычки и зависимости. Да, иногда хирургические операции действительно необходимы. И химия, и лучевая терапия тоже важны. Так как потом, после химии и операции, убрать оставшееся количество раковых клеток проще, чем до, когда их гораздо больше. Но решение по операции должен принимать сам человек, сам больной. Он хозяин себя, а не его лечащий врач. А вот задача врача – объяснить пациенту полно и логично, что, зачем и почему, насколько нужна сейчас операция, каковы шансы, что она даст в конечном счете и так далее. То есть совместно с врачом нужно принять решение дальнейшего лечения. Химиотерапия действительно уменьшает до 30-40% количество раковых клеток, то есть уменьшает размер раковых опухолей, некоторые вообще убирают. Но химия – это и убийство организма, иммунитета, это палка о двух концах, и хорошо, что именно здесь точно есть есть выход. Это грибные препараты двух высших бездиальных грибов Санхван и Тометас, которые и усилят действие химиотерапии, и не дадут убить иммунитет от химии, защитят его. Как применять? Что будет происходить? И на другие вопросы я отвечаю подробно в моем видео, которое называется «Общие принципы лечения онкологии». Посмотрите это видео потом. Причин возникновения рака много, она не одна. Главная из которых это грибки микромицеты, то есть дрожжевые плесневые низшие грибки, которые рано или поздно берут вверх над организмом. Хотя это и генные мутации, по многим причинам возникающие, в том числе по причинам отравления организма тяжелыми металлами, радиацией, то есть радионуклидами. Но одной из главных первопричин, самых массовых первопричин, является накопление в организме кадаверина, патрисцины и других трупных ядов и гнойных токсинов вследствие потребления людьми в больших количествах высокомолекулярных белков, в первую очередь мяса и других продуктов животного происхождения. Просто в наши дни факторов провоцирования онкологии гораздо больше, чем, скажем, было лет 30-40, тем более 50 назад. Потому и учитывать в наши дни нужно каждый фактор, каждый объективно действующий фактор. Грубо говоря, сто лет назад могло пронести, сейчас нет. В этом же видео я поясню все иные меры, направленные на недопущение и на борьбу с раковыми опухолями. Поясню вам комплексные меры, дам вам общие сведения и стратегию борьбы. Итак, перерождение, мутации начинаются в клетке. Рак зарождается в митохондриях. Вот еще почему так пристально сейчас ученые всего мира изучают митохондрии. А вот как их активировать, пробудить спящие митохондрии, усилить я говорил в прошлом своем видео, вот в этом. Клеткам всем нужен жизненно необходим кислород. Раковые же клетки формируют топливо без кислорода, анаэробным путем. Раковые клетки бессмертны и делятся сколь угодное количество раз. И быстро, неудержимо. И они потребляют глюкозы в качестве главного источника энергии для себя в десятки раз больше, нежели любые другие соседние родные клетки нашего организма. ПЭТ-КТ сканирование тому доказательство и показывает сверхвысокий метаболизм глюкозы раковых клеток, когда радиоактивную глюкозу добавляют и потом просвечивают, видят, где горят огоньки, это скопление глюкозы в десятки раз больше концентрации, чем в соседних клетках. Глюкоза и вообще сахара – это пища для раковых клеток, и потому жизненно важно убрать полностью сахар из рациона питания человека. То есть убрать главный источник энергии для ускоренного быстрого метаболизма раковых клеток. Также нужно снизить потребление белков. Подробнее я все это поясняю в своем видео «Сахар и рак». А можно ли уморить раковые клетки голодом? Товарищи зрители, очень сильно я расстроен тому, что вы проигнорировали мое видео о котыне. Вы считаете, что это не важно? А я на это потратил две недели своего времени. И эта тема важна для каждого, даже если кто-то не понимает, насколько важна она. А давайте я сейчас это докажу одним маленьким письмом, которое под видео оставила 18-летняя девушка. Тома Хренова. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Мне 18 лет. И если бы отец не заставил посмотреть ваше видео, и я не узнала бы правды. Спасибо вам огромное за ваш труд от всей нашей семьи. А теперь давайте так, как закончите смотреть это видео, переходите по ссылке на мое видео про Катынь и посмотрите его полностью. А потом напишите в комментарии под тем уже видео. То, что ваша душа прикажет, что называется. Так можно ли уморить их голодом? Да, есть такие случаи. Это надо изучать. Но я не советую этот метод. Можно сжечь все свои резервы и не набрать новые особенно когда человек уже истощен. Вопрос по соде. Нужна ли она? Смотрите обязательно мое предпоследнее по дате выхода на моем канале видео о соде, вот это. В нем я рассказываю о последних научных открытиях в данном вопросе. И действительно, но только сверхнизкие дозы соды желательны. Треть чайной ложки на полстакана теплой воды, но не надо гасить соду кипятком категорически, почему я объясняю вот в этом своем видео. И действительно, щелочная среда подавляет рак. Еще Отто Варбург это подчеркнул, видел и описывал. Об этом тоже есть у меня видео. Ванны содово-солевые очень хороши и полезны их применять можно. В том видео про соду я тоже об этом рассказываю. Что же касается Аконита, АСД-2, Тадикампа и других аналогичных средств, например, больших доз пижмы, все это иногда помогает, но далеко не всем, но шумиха из-за этого огромна. Но тут нет никакой гарантии, это пальцем в небо. Помочь может одному из ста человек, но только время можно потерять, поэтому не советую. Нужен системный подход, который учитывает все, только самое важное и надежное, только реально действующие, причем на любого человека, а не избирательно, кому повезет. Ацетилкофермент А – это очень важный элемент в борьбе с раком, и этим сырьем для мембран могут быть только кетоны. Переход на кетопитание, но на веганское кетопитание очень важен. Ранние признаки рака совершенно далеко не всегда объективны и можно их установить и понять. Конечно, это и усталость, и бессонница, хронически больное горло, раны на теле не заживающие и плохо заживающие. Кровь в кале, в моче могут говорить о раке, но и могут говорить о многих других болезнях. Но, конечно, надо провериться, стоит, это, по крайней мере, сигнал. Постоянно высокая температура, да, характерный признак. Однако это и указывает на какие-либо разные воспалительные процессы в организме осмотр кожи на предмет меланомы и так далее также важен нет ли новых каких-то родинок как вы их считаете родинками или кератом и так далее и это все нужно проверять смотреть периодически что касается генетической предрасположенности то это не наследственность какая-то как правило а привычки семейные в питании которые вызывают рак вот и все Раковые клетки питаются сахаром, помните это. А любимые их аминокислоты это глицин и глютамин. Поэтому смотрите продукты, чтобы в них не было, либо было ничтожно малое количество этих двух аминокислот. Раковые клетки часто ведут себя как макрофаги, поедают Т-клетки, тромбоциты, эритроциты. Интервальное голодание 6-18 запускает защитные силы организма, укрепляет иммунитет, усиливает процесс аутофагии, то есть саморазрушение и переваривание клеток старых клеток больных вообще голодание это хорошая профилактика рака желательно периодически длительные голодания но к ним надо правильно подготовиться посмотрите мое видео лечебное очищение и голодание и конечно же видео аутофаги еще раз сахар категорически исключить не более 25 30 грамм чистой глюкозы фруктозы сахарозы в сутки как бы выжатый из всех продуктов съедаемых человеком за сутки. Это надо считать. Провоцирующие факторы это ГМО-пища, это рентгеновское излучение, это химия в еде. Много вредных факторов действует на нас с вами сейчас, в наши дни. Подробно я это объяснил в моем видео 9 причин болезней. А если противораковая еда конечно, это зеленая пища, это хлорофил. Это мое видео. А что же тогда есть? Есть противораковые важные добавки. Это тот же Т8-экстрапрепарат или его аналог Витофлорель-К, который содержит полипринолы, и я объяснял, как это влияет на митохондрии и на раковые клетки. Это куркума с черным перцем. Это дегидрокварцетин сильный антиоксидант. Знаете, что страх и стресс активируют рак? Очень часто у людей возникает активная форма уже рака после сильных и длительных стрессов. Это действительно объективный фактор, и он как триггер часто запускает моментально порой молниеносно развитие онкологии. Солнца избегать не надо, если, конечно, у вас нет проблем с кожей и меланомой. Разумеется, никакого алкоголя и табака, ни капли, ни грамма, никогда органическая пища нужна. Геномодифицированная гарантированно вызывает рак. Витамин D3 очень важен. Принимать его надо взрослому человеку 10-15 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. Wi-Fi, сотовая связь, вышки ретрансляторы, 3-4-5G – это страшнейшие онкогенные факторы. Доказательства, пожалуйста, смотрите в моих видео, хотя бы вот эти последние два моих видео на эту тему, непременно посмотрите. А под теми видео вы увидите ссылки на исследования и наши отечественные, и американские, и так далее, и так далее. Но защита объективно есть. Посмотрите те видео, поймете. Под видео ссылки на нейтроники тоже будут даны. Итак, исключить сахар. Не более 25-30 грамм в сутки из всех съедаемых продуктов в день. Потреблять надо в идеале органическую пищу. Чеснок есть нужно, он необходим, он сильный противораковый фактор. Корень крапивы, да и вообще все части, и листья в том числе, это сильное противовоспалительное средство. Заготавливайте и потребляйте. Нет возможности есть всегда на нашем сайте надгар.ру молекулярной сушки порошки листьев крапивы. Очень многие виды рака мигрируют в печень, легкие и кость. Я говорю о метастазах. Это часто бывает после операции, после биопсии, поскольку раковые клетки бурно реагируют своим ростом на любое вмешательство, на любую агрессию к ним, на любое повреждение своих раковых клеток. Рак часто возникает в тех местах, где были какие-то травмы, особенно многократные. Рак мигрирует в область воспалений, поэтому убирайте очаги воспалений, которые у вас есть в организме. Для этого нужно как минимум убрать три группы продуктов из рациона питания, которые вызывают воспалительные процессы. Какие это три группы продуктов? Во-первых, высокомолекулярные белки животного происхождения. Во-вторую очередь, это высокомолекулярные белки на уже растительного происхождения под названием белки лектины. Самый известный из них это глютен, но их около 100 таких белков. Это семейство посленовых, помидоры, баклажаны, перец, картошки, которые надо убрать полностью. Это бобовые, из которых можно оставить только чечевицу, скажем, на пару в скороварке, но не другие бобовые. И это злаки, семена псевдозлаки и производные из них, то есть каши, мюсли, крупы. Оставить можно пшено или льняную кашу, или сорга просы но это мало кто ест. Но вот одно исключение, вернее два, их надо проращивать. Это семена маранта и семена брокколи, но и брокколи есть только вершки то есть проростки. Посмотрите непременно мое видео про брокколи. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление. Они очень нужны и важны. Водородная вода жизненно необходима. Я всегда рекомендую в последних своих лекциях о воде книгу доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». Непременно прочтите, но вы можете посмотреть все мои видео о водородной воде, хотя бы вот это последнее под названием водородная вода, живая вода. Приборы, которые генерируют водород, необходимы только безопасные, никаких дешевых с Алиэкспресса и так далее. Не ведитесь вот на эту халяву, ее не бывает, здесь цена этой халявы, жизнь, порой и смерть. Потому что никогда дешевые генераторы водорода реально, на самом деле, а не по надписям на сайте, не покрыты несколькими слоями платины. Она очень дорога, никто этого не делает. А если любые металлы, где идет процесс электролиза, под воздействием токов, любые металлы, кроме платины, выделяют атом из себя в воду, и поэтому человек постепенно травится тяжелыми металлами. Что называется, одно лечит, другое калечит. Не могут эти приборы стоить 5, 10, 15 тысяч. Это невозможно. Не хотите делать глупости из себя убивать? Прибор на Лучшее, что существует в мире. Безопасный прибор. Эффективный прибор. Европейской сборки. Ссылка на него будет в описании вот под этим видео а водородная вода да это процентов 20-30 к успеху только один этот фактор Кетопитание процентов 20-30, водородная вода, все остальные факторы, это 1, 2, 3 процента. Но каждый процент здесь жизненно важен. Каждый. Учитывайте все факторы, их совокупность. Как не заболеть раком? Это профилактика. Она сейчас жизненно необходима каждому человеку. И неважно, какой у вас возраст и какое у вас в данное время состояние здоровья. Так вот, профилактика это все то, о чем я говорил. Плюс к тому профилактика это прохождение два раза в год хотя бы по два месяца профилактической программы грибной терапии. То есть я говорю о маркерном курсе, куда входит гриб веселка водорастворимая форма, гриб шитаки водорастворимая форма, гриб рейши и свечи веселка и шитаки. Как что принимается, подробно я рассказываю в своем видео общий принцип лечения онкологии. Ну а теперь вот список рекомендованных видео. Это видео сахар и рак, мои лекции про Ота Варбурга и открытие его коллег ученых-онкологов, и это видео про питания. про Wi-Fi, сотовую связь и онкологию с причинно-следственной связи и прочие-прочие вот эти видео, о которых я говорил, ссылки на которые будут в описании под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, досматриваете. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется «Совесть и подлость», самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Ну а на этом, пожалуй, все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.